Их легко узнать по холодным голубым глазам, ибо родились они много веков назад среди бескрайних льдов Антарктиды. Они скрывают свой истинный вид под человеческой маской. Двуличные змеи, угнетатели рода. Не понимаю, раз уж глаза их так выдают, почему они не вставят себе оптику? Или хотя бы линзы? Если бы это было так просто. Они же рептилоиды. Человеческая кибернетика несовместима с их нервной системой. А почему не заставить риперов сделать подходящие импланты? А может, они уже так и сделали? И вы спросите, откуда лезет вся эта мерзость? Ну, ты сам сказал, из Антарктиды. Сегодня они скрываются среди льдов и снегов Южного полюса и уже очень скоро отберут у нас звание Венца Творения. Они возникли миллионы лет назад, превратились из динозавров в первую разумную расу Земли. А кто были их создателями? Их господами? Ученые с Альфа Центавра! Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину. Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит. Их невидимый звездный корабль завис прямо над нами. Готовьтесь, ибо они грядут. Откройте разум, пока не стало слишком поздно! Если вы будете и дальше отрицать их существование, значит, они победили! Истина сокрыта в радиоволнах, имеющих...
Матви, тут мой друг просит помочь. Надо вернуть глаз, который он проиграл в карты. Имплант, конечно. Вроде все довольно просто. Возьмешься? Подробности я отправила. Но в рулетку не пробовал. Нет, там шансов выиграть совсем нет. Да почему? Шансы всегда одинаковые. Либо выиграешь, либо продуешь. 50/50. Май, чё? Ты б завязывал клейню. Нейтрализую цель! かわいい顔をぐっちゃりしてやる! スプレーのつもりか?
И вот вверх.
Джейкоб вернул свой глаз, так что заказ я закрываю. Но мы с тобой обе знаем, что работа была сделана кое-как. В следующий раз постарайся меня не разочаровывать. Заказ закрыт, спасибо.